Итак, скорее всего, что последняя серия. Так, кстати, кто там у нас с Карнатиком дружит? Ага. Юнтерберг. Так, хорошо. Что на мир? Ага, вот двигается. Ты не могу видеть. Так, если нападаем на вот этого. Но... Победа. Че, все? Карнатик уничтожен. Здесь порядок. 34 уже тысячи прибыли. Надо глянуть торговлю. Ну, корицы сколько. Что же вот это такое, непонятно. Неужели из-за этого? Ладно. Так, ну в Индию. Стоп. Так, почти всех захватил. Тут союзники пусть будут. Австрийцы, мир. Так, значит. Кто еще остался? Так, остались апачи. Стоп, а почему мамилюк? Я с мамилюками не хотел воевать. Так. Да, мамилюки. Так, у мамилюка много, у Грузии много. Значит, пока. Так, пока нет денег, ладно. Все войска на берег теперь. Ладно, ладно. Ладно, сейчас здесь порядок, хорошо, значит, эту армию можно сюда. А ну давай сюда. Так, хорошо. Так.
сейчас посмотрим, что у нас еще не сделано. А, война. Надо попробовать все-таки помириться. Так, хорошо. Здесь мир. Так, посмотрим теперь со всеми мир. Так, в общем, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 армии освобождается. Я могу послать их против любой, ну, против любого государства. О, еще в Египте есть армия. Так. Португалии армия. Уже 9 армий. Именно свободных, которые могут направиться в любое направление. Авторитет выше всех. В принципе, на этом я заканчиваю прохождение, так как уже армии много, а он еще армия. То есть против любого государства я уже устаю. На одного можно напасть, с другими договориться, ну, с союзниками противника можно договориться о мире. Территорий уже много. Северной Африке достаточно. А, он еще армия. Думал за Грузией воевать, но пока. Ну, уже. Ладно. Это уже все потом. Конечно, можно и Апач было разбить. Только здесь они, наверное, в Европе, правда, исчезли. Здесь и в Пруссии можно захватить, конечно, колонии. Ну вот Северная Америка почти, ну, большая часть, подавляющая, как бы, британская. Южная Америка тоже. Или британская, или союзной Соединенных провинций. Острова тоже британские. Индия почти вся. А моголы союзники. А с Персией торговля идет хорошая. Что там войска восстановились, там 7 армий, здесь вот 8-я, здесь вот 9-я, здесь вот 10-я армия, то есть можно нападать на всех уже. Да. На этом я заканчиваю прохождение. Авторитет выше всех. Территорий много. Прибыль тоже хорошая. Это я только не понял, где именно проблемы с торговлей. Ну, это уже ладно. Со всеми торгую. Всего доброго. Спасибо всем за внимание.